Смолькова. Всем доброго вечера. Меня зовут Смолькова Елена. Так, смотрю свою презентацию, не пойду. Честно говоря, после Кати мне уже сложно удивить вам вас чем-то новым методом рекрутирования. Скажите мне, пожалуйста, а моя презентация или мне просто от себя? Ага, все. Тогда начну с того, что в двух словах расскажу о себе. По образованию я врач, заканчивала наш Саратовский медицинский университет. Пока я там училась 6 лет, я уже поняла, что это немножко не то, чем бы мне хотелось заниматься. Мне жалко было терять свое образование эти самые 6 лет за стенках СГМУ, поэтому я пошла работать научным сотрудником Роснефтехимикроб и еще 6 лет провела там. Защитила кандидатскую, с чувством исполненного долга ушла в декретный отпуск, и за эти 6 лет я поняла, что и там, ну, что-то не то. Не то, чего бы мне хотелось от жизни. Параллельно работе я искала себя в разных направлениях, потому что у меня были определенные требования к делу, которым я хочу заниматься. Искала офлайн, искала онлайн. Почему-то мне не попадался тогда Oriflame, странно даже, хотя у меня есть странички в соцсетях. Но все же, когда ребенку уже исполнилось 1,5 года, и замаячила перспектива вернуться на свою не очень любимую работу, Oriflame нашел меня сам в соцсети. Я приняла приглашение работать через интернет с компанией Oriflame. И да, 29 сентября я уже отметила 2 года там. Немножко неудобно говорить о том, что 2 года шла до директора, но все же, теперь темпы, я думаю, будут выше с такими мотиваторами. Так, все, что я искала, я нашла именно в Oriflame. Это удобный график работы, неограниченный рост, возможность свободно, в общем-то, жить, строить свой день, да, строить свою жизнь. Разнообразно, интересно, все это здесь. Поэтому отсюда я уже никуда не иду. А что касается методов рекрутирования. Тем более, когда мы теперь лекцию начнем раздавать, но это просто моя тема. А методы рекрутирования. Когда я приходила, когда я росла до 22%, у нас, в общем-то, был один метод. Это рабочие страницы ВКонтакте. Все, кто приходил, работали ими. Когда я уже открыла директора, ВКонтакте нас не взлюбил, и это нас подвигло посмотреть шире. И мы разработали уже новую систему, которая как раз-таки включила. Классика жанра. Каждый наш новичок сначала пишет список 100 знакомых, и мы с ними тоже работаем с собеседованиями. И, конечно, холодный рынок тоже мы не отпускаем от себя далеко. Но теперь у нас появились более разнообразные методы, то есть каждый сам выбирает соцсеть, каждый выбирает именно метод работы, да, лайками, там, статусами, чем-то. Несколько таких методов на холодном рынке, в принципе, дают хороший поток новичков, регистрации новичков. Так, еще вопрос, там следующие слайды. Ага, я слежу за краем, спасибо. Так, 2 года работы не прошли для меня даром, потому что параллельно работе онлайн я проходила квалификацию на конференцию менеджеров в Сочи. Проходила и прошла. Совсем недавно мы вернулись из Сочи. Мне хотелось бы в 2 словах рассказать, как это было. Для меня это было первое путешествие с компанией Oriflame. Такое большое, и тут начинаются уже эмоции, кончаются слова. Это было круто. Многое было для меня в первый раз. Первый раз держала в руках авиабилеты, летела самолетом, аж 4 самолета за несколько дней были наши. Второй раз побывала на море, тоже в Сочи. Но вот то, что было, я не знаю, я много понафотографировала, записывала видео. Когда я смотрю, каждый раз пересматриваю эти видео, я просто вот зажигаюсь. Мне нужно работать, куда-то выплескивать эту энергию. Классно было все, конечно, да? До Oriflame, в принципе, даже когда я проходила квалификацию, честно скажу, это больше был такой долг чести. Мне нужно было ее пройти. А сами путешествия меня, ну, как-то я относилась к ним спокойно. Вот до этой поездки в Сочи. Пока я еще летела туда, я уже увидела, что мир гораздо шире того, что у меня было, да, моего города, моей работы, хотя и онлайн, но все-таки это что-то такое стабильное, ограниченное, а мир гораздо шире. И теперь мне уже хочется бывать везде,
самой показать это своей семье, проходить все возможные квалификации, ездить и летать туда, куда зовет меня компания, везде. Так, я забыла, что я хотела сказать. Ну, конкретно по дням, что у нас было, наверное, в общем-то, все следили за этим в соцсетях тех, кто там был, так. Лично от себя меня потрясло все, я не знаю, на чем остановиться. И Сочи парк, который был нашим весь вечер. И был у нас скачок «Фиолетовая карусель», на которой мы прокатились таки, преодолели свой страх высоты. И конференция на следующее утро, да, бизнес-конференция, бизнес-часть, где просто вот на расстоянии вытянутой руки все эти наши лидеры, вот они живые такие, с ними можно сфотографироваться, посмотреть. И руководство компании, и новости, и запуски, все было, даже вот не хотелось отвлекаться, на самом деле сидела все эти вот так вот часы конференции, гала-ужин, я никогда такого не встречала, опять же, масштаб, размах, все очень зрелищно, вот именно вот эта визуальная часть, ну просто мурашки по коже, когда на все это смотришь, это просто вот. Спасибо, Елене, огромное!